Вот светопредставление. Сейчас на сковородку будет класться рыбка, называется вьюн. Что это такое за рыба, я представить себе не могу. Но она живая даже, потрошенная и без голов. Она очень помогает в жарке, она сама себя в масле изворачивает. Я такое вижу первый раз в жизни. Понятно, что есть рыбы живучие. Караси, допустим, долго живут, но они живут с головами. А это... Я такого не видела, они сейчас выпрыгнут. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Это что-то необыкновенное. Никогда такого не видела, ей-богу. Ой-ой-ой.